За прошедшую неделю в отделе МВД России по Белореченскому району было зарегистрировано 445 преступлений и происшествий. 387 из них раскрыто. Было зафиксировано 19 фактов причинения побоев или телесных повреждений различной степени тяжести, 10 краж, в том числе однокватерная, 5 случаев угрозы убийства, 3 семейных скандала, 3 грабежа, а также по одному факту незаконной порубки деревьев, самоуправства, мошенничества.